Чистые игры пройдут в парке имени Хрущева по случаю Всемирного дня чистоты. В субботу на так называемом Козьем болоте будут организованы экологические соревнования. Участники на скорость соберут мусор и очистят территорию. Подобная акция в Иванове пройдет уже в третий раз. Участок выбирали особенно тщательно, спрашивали мнение ивановцев в социальных сетях. Сейчас уже зарегистрировано несколько команд. Принять участие могут все желающие. Парк имени Хрущева, на самом деле, многие даже и не помнят, как он называется. Просто называют Козьим болотом. Мы хотим исправить даже эту ситуацию. В подслушанной регулярно появляются картинки с ужасающими видами, как сейчас он выглядит. Там действительно очень много мусора. И мы хотим за один день исправить, в общем-то, эту ситуацию.